уж точно добрый вечер. Пока стояла, ждала, что сделают со светом. Вообще любопытно, я, наверное, во втором отделении или даже скоро расскажу, что происходило, пока вы здесь ждали. Это забавная ситуация. Но главное, что я сейчас могу говорить с вами, могу вам петь, и вы меня видите, это уже хорошо. Так, и люди уходят. Дождались. Так, ну и первая песня. Да, если вдруг вы не знаете, на что вы пришли и кто здесь вообще, меня зовут Екатерина Яшникова, я уже в третий раз в Белгороде, кстати, с концертом. Да, мне очень нравится здесь. Какие-то вялые такие. Кто любит Белгород, кроме меня? Так мне вот ядро, что ли, да? Вот, хорошо. И это мой второй тур, в рамках которого, собственно, я здесь и вступаю. Первая песня будет посвящена Санкт-Петербургу внезапно, ну и всем тем людям, которые там были. Называется песня «Миноры». Ну ладно, надеюсь, что мы не умрем с вами. Просто, знаете, вот у меня из города в город будут вестись такие байки. Например, в Воронеже был чудеснейший звукорежиссер. Ну, в смысле, наверное, хороший человек. Вот. И на первой песне «Миноры» он нарулил мне басов столько на гитару, что было слышно только бас-гитары и больше ничего вообще.
Да, я как-то не выдержала даже на одном припев пою минора, минора, слишком много басов. Потому что он вроде бы как бы сидит перед колонками и это слышит, но почему-то не действует. И это было очень странно. Ладно. О больном просто. Ну вот, а следующая песня уже посвящена тем людям, которые так вот... мне один человек сказал, зря ли я что ли из Хабаровска ехал. Да, вот этот человек из Хабаровска, я в шоке, честно, чувак. Я к Хабаровску приеду в августе к вам. Что говоришь? Я буду ждать. А, вот, отлично, хорошо. Просто человек приехал в Хабаровск. Ну, это круто. Вот, в общем, если вдруг кто-то здесь еще... А тут есть вообще еще люди не из Белгорода? О, откуда вы? Тула. Да, я... О, да ладно, круто. Человек приехал из Тулы. Значит, вот прям не зря я там поступала. Очень приятно. Да, класс. Хорошо. Что? Я буду. Ну вот, я не вижу тебя, я верю на слово. Вот. Ну что ж, эта песня в таком случае посвящается всем, кто приехал сюда из других городов, и тем людям, которые знают такое отношение на расстоянии. Я не знаю, связано это с тем и с другим. То есть, если это те же самые люди, это будет необычно. Песня называется «Мои города».
мне сейчас прям пошла серия песен про города, поезда, вот прям вот путешествия, поэтому начинаем именно с этого. Мне любопытно, я некоторые лица узнаю, удивительно, да, год прошел, а тем не менее. Помню вас. А есть тут люди, которые, ну хорошо, сколько вас тех, кто пришел первый раз? Ох, ни хрена ж себе. Понятно. Кто, куда делись старые люди, прям даже любопытно, да? Эх, ну не знаю. Ладно, вот меня спасает человек, который приехал из Тулы. Значит, все-таки ничего, так я пою. Да, один. Ладно. Из Хабаровска человек. В Хабаровске я еще не выступала. Может, в этом же вся соль, не знаю. Приеду в Хабаровск, это человек в Хабаровске, мне кажется. Я запомнила себя. Следующая песня «Старый гимн пощади», одна из самых первых, которая сочинена. Мало людей, которые были на прошлом концерте, я могу повторить эту историю. Вот. Вы ее слышите первый раз, те, кто слышали второй, ничего страшного. Что там, да? Некоторые люди, кстати говоря, здесь даже не второй раз, они там много раз приходят. То есть я знаю этих людей. Вот. Они не только в Белгороде меня слушают. Как вот человек из Тулы, он уже слышал. А, нет, в Туле я не рассказывала эту историю. Или рассказывала. Не помню. Потому что я одну историю рассказала в Туле, а другую в Воронеже. У меня так, знаете, вот чередуется. Ну ладно, расскажу в Белгороде тоже. Или это неинтересно? Хорошо. Я очень люблю говорить много. То есть вы за это время можете покушать, там, поговорить с другом о чем-нибудь, смс отправить. Ну так вот, песня называется «Аде», и «Аде» — это инициалы девушки, это моя подруга, которая очень долгое время, 6 лет, встречалась с парнем, и все думали, что они поженятся, в общем-то, и парень так думал. Вот, но внезапно она все бросила и ушла от него, прямо вот в один день. Все были в шоке, парень, естественно, тоже. И я решила написать эту песню от лица молодого человека, пытаясь влезть в его шкуру и прочувствовать, что он чувствовал.
И так получилось, что через 4 года у меня эта ситуация в жизни повторилась. То есть у меня в жизни появился человек с такими же инициалами, и вот все, как в песне поется, все вот точно так же было. То есть настолько шикарно, да, вот. И я иногда думала о том, что лучше бы я тогда сочинила песню о том, как я выиграла миллион в лотерею, или мне подарили спортивную машину, или что-нибудь типа того. Ну вот, получилась такая песня, называется «Аде». Пришло время менять музыкальный инструмент. Да. Целый квест. Спасибо, Дима. Она там не умерла, не все правильно. Так, перед нами музыкальный инструмент, который называется укулеле или гавайская гитара. И она известна тем, что чаще всего на ней играют песни веселые, радостные, но не я. Вот, я сочиняю песни на укулеле чисто вот такие вот безысходные, короче говоря, одна другой веселее. Ну, и сейчас я вам сыграю их, чтобы вы убедились. Да, начнем с той, которая помягче. Чаще всего это песни на стихи других авторов, и вот эта песня на стихи Бориса Рыжего. Песня называется
песня называется «Облака». Изначально, давным-давно хотела поехать вот с каким-нибудь альбомом, знаете, чтобы вот как у настоящих музыкантов они едут тут, представляют альбом. И, честно говоря, у меня он был и писался, и уже даже я его записала, но, как бы говорится, все не должно идти по плану, даже вот сегодня, да, у нас все шло не по плану. И, ну, все же стопорилось на сведение, в общем. И у меня с этого альбома готова пока только одна песня, я даже ее выкладывала, не знаю, слышали бы вот эту песню у меня на стене ВКонтакте. Думаю, что в середине тура, наконец-то альбом будет готов, и я его представлю. А так вот, в общем, да, увы, накладочка вышла. И просто хотелось немножко сказать, да, о процессе записывания. Я решила, что первый альбом, пускай вот он будет чисто моим, то есть там я играю вообще на всем. Вот, ну, то есть самый дешевый способ записать альбом — писать все самому. И желательно у себя дома. Ну, в общем, да, не в смысле, я не писала ни на диктофон, действительно, я собрала все дома в студию настоящую домашнюю, и писала там кахон, и гитару, и бас-гитару, в общем, в кратчайший срок научилась играть на всех инструментах. Вот, кстати, на кахоне сегодня Дмитрий Ломакин, а не я. Да, он со мной уже третий год в Белгороде неизменно играет, что очень приятно. И сейчас вот как раз идет такой блок всех песен, которые будут на этом альбоме. Если вдруг вас заинтересует, вы можете мне написать в личку, сказать, как я хочу купить этот альбом, и я вам его просто отправлю в Белгород.
Вот, или приеду с ним. Не знаю, посмотрим. Вот. А так я приехала, спасибо. А так я приехала в тур с книгой, которую я буду представлять во втором отделении. Буду зачитывать это стихотворение. Вот тут у меня за колонкой очень хорошо поставлен мерч, его видно отовсюду. Да, прямо за колонкой стоит мерч. Я думаю, что перед паузой между отделениями, у меня, кстати, да, еще запускать два отделения, и скоро будет пауза, небольшая 10 минут, в которой вы можете пойти покурить, покушать, выйти, подышать свежим воздухом, или, что вообще очень одобрительно, пойти купить мерч. Вот, посмотрите, что я там привезла, такое интересное, вот, все такое. Вот, следующая песня тоже с альбома, который я записала, «Сохрани мою речь» называется альбом. Песня женская на стихи Марины Цветаевой. «Истина». Представим себе, что такая ситуация пришла вот Марина Цветаева, грустненькая, в паб наш. Такая сидит, пьет за стойкой пиво. И рассказывает всю эту ситуацию Владимиру Маяковскому. А Володя ее слушает и говорит: слушай, Марин, у тебя вот такая ситуация, а у меня вот такая ситуация. Начинает ей рассказывать. И вот следующая песня на стихи Владимира Маяковского. О, спасибо. Еще знал немножко английский язык. А следующая песня уже на мои стихи. Ну, там, правда, да, есть небольшой стихотворный отрывок. Песня достаточно грустная, но мне почему-то кажется, что, ну, почему бы ее не спеть, собственно. Как я говорю иногда, что был прецедент, когда один парень настолько расстроился, что порвал на себе рубашку. Всякие бывают парни. Серьезно, да, у меня все серьезно. Песня называется «Не уходи». Так что если вдруг кто-то порвет рубашку, я не буду удивлена.
28 портретов у меня в груди, они все твои. Ну что мне делать с собой, если в каждом лице я твои нахожу черты? Не уходи, я же помню дорогу, я позади, словно сорванный микс. К подолу тенью, по полу шагами, по мостовой следую за тобой. Да, прочту стихотворение перед этой песней. Бродский станция. Мое стихотворение, не Бродского. Такое Бродский станция. Нет, мое. Ничего не останется, только станция. Я читаю Иосифа мчаться станции, на Васильевский остров ложатся пальцы, на прощание ни звука. С того прощаться — это скинуть руку и бросить вниз. Стрелки встали, объятия разошлись, ничего не останется, только жизнь. Пыльной шторой мнет вековой карниз. Это значит бес. Это значит бис, не добавить больше к тебе, а впрочем, эти буквы сменятся многоточием твоей тени близ. Не сказать короче, так рвется пояс, так спешат из севера в южный полюс. Человек уходит, как скорый поезд, моей жизни из. А вот сейчас песня на стихи Иосифа Бродского, строфы. Лежать, лой на смерти и после нам не вместе лежать.
сосуда вести, наполняйся же хмелем, осушайся до дна. Только емкость поделим, но не крепость вина. Да и я не загублен, даже ежели впредь, кроме способ за зубы, но в чужих черт не умирать, она придет, я слышала, да. Я на самом деле подмечаю, что вы там говорите, особенно если вы говорите громко, я это замечаю. Однажды был у меня концерт в Омске. Тут я понимаю, вот мне ничего смешного нет, просто мне смешно уже. Вот, и вот я стою на сцене, точнее, сижу на сцене на таком же стуле, и вот сбоку там постоянно болтали мужики, я все слышал, что они говорили. Это было тяжело, ты поешь и слышишь вот боковым ухом, господи. Все слышишь, что они говорят, комментируют еще так, ну, в общем, да. Так что там я тоже все слышу. А тут есть один человек из Тулы, он знает эту штуку, я хочу ее сегодня тоже провести. Парень, ты знаешь ответ, извини, молчи. Вот, ну почему не честно? Ладно, если никто не догадается, тогда ты скажешь, хорошо. Тем более зря ты, что ли, ехал, может быть, и просто так. Да. В общем, следующая песня тоже на стихи, но я не буду говорить на чьи. Пожалуйста, не гуглите. Я очень прошу, не надо, лучше слушайте, да. И попытайтесь угадать, чьи это стихи. Вот, если кто-то, кроме Тулика, угадает, вот просто Туляк знает, да. Вот Туляк, да? Как тебя зовут? Саша. Саша. Вот если Саша знает, точнее, если Саша... Да что я говорю, господи, если никто, кроме Саши, не знает, то Саша получит меня сегодня... Получит за дни сегодня? Должен получить. Получит. Он даже знает, какой, в общем-то. Это уже не сюрприз, просто приз. Ладно. Для этой песни нужно немножко перестроить время. Песня называется «Детские книги».
Ну что, какие варианты? Ребята, вы третий город, который говорит, что это Есенин. Да, да, это не Есенин. Гумилев. Кто? Гумилев. Близко, но не Гумилев. Бунин. Нет. Кто стал Мандельштам? Браво, это Мандельштам. Спасибо, Мандельштам. Хорошо, вот как раз сейчас у нас, получается, это была крайняя песня первого отделения. Да, 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 это есть. Вот, сейчас у нас есть буквально 10 минут, которые, я думаю, мы вытащим вот как-то вот сюда, вот, вытащим и мерч сюда. Мы постараемся. Либо вы уж подходите поближе к сцене, чтобы увидеть, что здесь такое, вот. И девушка, которая вот там сказала себе Мандельштам. В общем, в чем смысл? Ты, в общем, давай, вот, Саш, зря ты, что ли, ехал. В чем смысл? У меня, помимо творчества сольного Екатерины Яшникова, также есть группа «Канака». И там я тоже пишу песни, удивительный момент. И вышел маленький сингл, одна песня, которую я, в общем-то, сегодня хотела подарить вот этим двум замечательным людям. «Город» называется песня. Очень жизнерадостная, ну, в смысле, не совсем. Но она, в принципе, хороша. Мне она нравится, в общем, надеюсь, что вам тоже. Вот, ну что ж, 10 минут перерыва, потом вернемся с веселыми песнями. Я обещаю, что в следующем отделении будет повеселее немножко, можно будет танцевать даже.